В Югре уменьшается количество несчастных случаев на производстве. Об этом рассказали представители трудинспекции на площадке РИЦ Югра. Отмечу, что традиционно больше всего несчастных случаев происходит на строительных и транспортных предприятиях Югры. При этом последние 5 лет в округе становится меньше смертельных исходов на производстве. Так, в 2017 году погибло 29 человек. В то время как в 2016 году их было 38. На 7% снизилась и общая статистика по несчастным случаям. Напомню, в случае, если на производстве произошел смертельный или тяжелый несчастный случай, государственная инспекция труда возглавляет комиссию по расследованию. Легкий несчастный случай расследует комиссия предприятия. Несчастный случай не имеет срока давности. Вообще не имеет. Вот он подвернул в 2012 году, его уговорили на бытовую, оплату больничного провели, если степень тяжести легкая, то без разницы, бытовая или производственная, 100% там идет оплата. Если степень тяжести тяжелая или что-то у него там срослось не так, через время начинаются боли, начинаются проблемы, нужны деньги на лечение. Вот тут человеку или подсказывают, или наконец он своим умом дошел, что все-таки ему надо было все это делать по закону.